Здравствуйте, уважаемые зрители! Поступила информация о тех азербайджанцах, которые погибли и пропали без вести во время Первой Карабахской войны. И вот Госкомиссия Азербайджана заявляет, армянская сторона передала останки тел азербайджанцев в смешанном виде. Это как так? Я не понимаю. Армянская сторона передала Азербайджану останки в смешанном виде. Об этом заявил Так, руководитель Государственной комиссии по делам военнопленных и заложников и граждан, пропавших без вести, это заявил Эльдар Самедов. По его словам, это свидетельство о том, что тела были захоронены в общих могилах. Некоторые останки тел были возвращены Азербайджану при посредничестве Международного комитета Красного Креста. В настоящее время идет процесс их идентификации. Останки тел были извлечены в основном из районов прохождения грунтовых подземных вод, поэтому получить образцы ДНК этих останков очень сложно. На завершающем этапе будет точная информация о том, сколько там останков тел. Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что за последний год Армения передала Азербайджану останки 108 человек, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Он также отметил, что в ближайшие дни готовится передать останки еще двух. Армяне вообще, они там вообще люди, что нельзя было азербайджанцев хотя бы отдельно положить там, как сказать, уже в гроб или похоронить по-человечески, а не смешать их в кучу и в канаву сточную сбросить, где грунтовые воды. Я говорю, все не по-человечески отношения у этих армян, говорю, уже могли как бы погибших или там достойно похоронить, люди-то погибли, это там люди все-таки, они животные. Ну а что говорить, азербайджанцы сами, наверное, понимают, с кем они имеют дела. Вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.